Всем привет, это будет краткое обновление, очень быстро, фастом. Пылающая долина — это Бардс, Зигхард, Леона, Эрика. Внесены изменения в сезонный пропуск проклятого духа древа. Это, наверное, изменили описание на нормальное. Исправлена ошибка, не открывались замок Марлука и убежище королевы. Так, ивент первый, замок Марлука, теперь открывается на всех серверах. Дальше, остров пробуждения, X2 награды с боссов истинных и при победе над пробужденным боссом. Обычный или сложный рейд в период проведения ивента можно дополнительно получить сундук рейда для объединения клана. Цветки битвы, карты улучшенного класса, агатиона души можно получить один из предметов. Ключи единства с основным посохом. Два раза больше. Писемка, виталка утром и вечером. Зелье развития, эликсир наследника очень неплохо. Ну вот видим, да, изменили. Описание сделали нормальными. Теперь мы все видим, что и как нужно проходить. Продолжается смена класса в одноручный меч и лук. Начнем с донатного пака. Это роскошный артефакт за реальные денежки. 2 стопроцентных артефакта синих. Также с алмазами. Карта Агатиона высшего. Зелье пробуждения высокого качества. Реликвия Нарии. Дальше за реал уже больше алмазы. Тут уже карты мастера 6 раз идут. Реликвия. Вот такой пак за 1500 алмазов. С таким вот знаком. Карта артефакта бездны высокого. Карты мастера. Кристаллы души. Ордена. За знаки мы можем создать карты роскошного артефакта. Ну и карты мастера. Трехэтапные паки. Можем, если скупим все паки, получаем бесплатно карты мастера один раз. И за знак создания мы можем создать тижу на выбор. Пласовенная серьга дракона ветра. 5% шанс. Но при неудаче нам дают карту на выбор мастером. В самих паках ремесленника, реликвия, зелье пробуждения, ордена, кристаллы. Карты артефакта высокого. Карты Агатиона бездны. Компас, который дает баф. И за счет него можно пытать удачу скрафтить. Вот свиточки видим. Да, все на Японии. Не до игры. Пентакль. А это что-то ивентовое. Защита, накопление энергии. Очень интересные талисманчики. Книги наследника у нас. Мой зелье восстановления 10%. Шанс двойного урона. Сопротивление двойному урону 3%. Абсолютное уклонение плюс 1%. Абсолютная точность 3%. Игнорирование сопротивления урона 3%. Увеличить шанс блокирования умений. Увеличить шанс блокирования урона. В этот раз промоушен со снаряжением. Видим, что убрали что-то фиолетовые камни, вообще нет. А, вот оно. Пентакль добавили. Это интересные монетки. Знак Пентакля. Это, полагаю, тут что-то выпадает такое. Кто знает, не знаю. Так, всем пока.